Всем добрый вечер! Сегодня будем делать майонез из авокадо. Что нам понадобится? Нам понадобится само авокадо, понадобится растительное масло любое, которое есть, оливковое, подсолнечное, горчица и сок надо будет где-то 1/4 лимона. Для начала мы сейчас очистим наше прекрасное авокадо, очень полезное. Нам надо будет вот ложечкой прям вычистить, всю мякоть снять. Снимаем всю мякоть. То же самое здесь. Ну, я буду мять вилочкой, поэтому я нарежу кубиками и буду мять вилкой сейчас. Можете в блендере, как кому как удобно. Он сейчас хорошим пойдет соусом, таким к люле-кебаб, вегетарианскому, конечно, без глютена. Так, мы уже помяли. Кто хочет мельче, делайте мельче. Щепотка небольшая соли, 1/2 чайной ложки сахара. Чуть меньше. И надо размять это все. Добавим чайную ложку любого масла, которое у вас есть. Можно даже 1-2 чайные ложки. 2 чайные ложки масла. И добавим 1 чайную ложку горчицы. Вот такой вот. Ну и наша задача все хорошо вымешать. И добавим еще сейчас, вот у меня 1/3 лимона, сок 1/3 лимона. И все, наша задача это все хорошо вымесить. Вот такой шикарный майонез из авокадо за 5 минут без блендера у нас получился. Попробуем, какой он на вкус. Мало того, что он такой питательный, вкусный, нежный. И в то же время такой немножко бодрящий. Прям супер. Майонез от Сати Саибабы готов. Приготовьте себе. Очень вкусно, полезно. Будьте здоровы.